Здравствуйте, мои дорогие друзья, я Александр Пичев, и сегодня хочу представить вашему вниманию мой авторский нумерологический талисман, как говорится, квадрат для быстрых денег, быстрые деньги. Если, как говорится, кризис определенный, деньги не появляются, даже если у вас здоровье закрыто, даже если какие-то негативные порчи, проклятия на вас есть, данный талисман все равно подействует. Что нам понадобится? Обычный листок, не обязательно зеленый. Ну, у меня есть привычка зеленый цвет для Юпитера выбирать, как говорится. Вот. Вы выбираете цвет хоть белый, хоть любой. Дальше. Мы пишем, естественно, расчерчиваем все, создаем определенную ловушку такую, да. Потом мы 18, 21, 24, 11, 23, то есть 12, вот так дублируем определенное. То есть это если нумеролог, он поймет, как это... числа соединяются и делятся. Ну, еще математику надо знать. Вот. Вам не главное. Вы главное напишите этот квадрат, как говорится, но по часовой стрелке, не как по-арабски или индийски, да, наносите по часовой стрелке, как обычно, по-русски. Сзади вы пишете свои инициалы, данные и примерная сумма, допустим, да, которую вы хотите потратить, в какие сроки. Дальше вы берете любую траву, которая отвечает за деньги. Можете вообще приправу гвоздику взять и просто окурить данный квадратик, подержать в руках, зарядить, скласть и положить на рабочее место или куда вам удобно. И деньги в течение недели будут появляться. Будут сначала по мелочи, а потом по крупному. Всем удачи, успехов. С вами был Александр Чув. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, будет много чего интересного. Удачи!